Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Samsung Galaxy A24. Сейчас я покажу вам, как войти в режим Recovery. Итак, для начала нам нужно отключить телефон. После его полного отключения мы зажимаем кнопочку питания и увеличение громкости. И держим так до появления логотипа. После появления логотипа отпускаем кнопочки. И таким образом попадаем в режим Recovery. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.